Эпизод моей жизни, как из детства картинка, на щеке материнской заблестела слезинка. Босоногий мальчишка в подол с головою, может, чем помогу, как-нибудь успокою. Успокоилась мама, он к забавам обратно. Материнские слезы сорванцам непонятны. Почему они льются у мамы так часто? Неужели в слезах материнское счастье? Моя поступь окрепла, мои руки грубели, а слезинки катились, как росинки блестели. Я уже не к подолу, а к плечу прижимался. Годы мчались, как птицы, а вопрос оставался. Для чего мамы плачут? Почему они тужат? Неужели так плохо? Ведь бывает и хуже. Что же это такое? Что же все это значит? Нет им, бедным, покоя. Почему они плачут? Я в ответ одной книги обнаружил случайно, что блаженны они, те, кто плачут ночами. И за мысли цепляясь, читал я поспешно, что блаженны они, и что Бог их утешит. И мне стали понятны причины везения, и мне сразу открылись секреты удачи. Это милость Господня, это благословение, это все результат материнского плача. Эти слезы меня из беды вырывали, и в минуты лихие под руки держали, из огня и воды выводили сухого. Плачьте, матери, плачьте о нас бестолковых, то не мудрость ума и не рук наших сила на ухабах суровых нашей жизни хранила. Нас молитвы хранили от участи мрачной, видел Бог ваши слезы. Плачьте, матери, плачьте. Эпизод моей жизни, как из детства картинка, на щеке у супруги заблестела слезинка. Сын к коленям прижался и стоит озадачен. Что я сделал такого? Почему мама плачет? И о многом прошедшем мне напомнило это. Через четверть столетия повторения сюжета. Все как было тогда, только позы иначе. Пусть проходят года. Плачьте, матери, плачьте. Видит Бог ваши слезы. Плачьте, матери, плачьте.